Короче, достар, хәзер мин һезгә төшерәм завтракты. Күрһәтәм, завтракта нинди ризыктар бар, икмәктәр бар. Шундай булочкалар да бар, күрәсезме. Короче, нинди төрле икмәк теләге бар инде. Шуңа мына зеленне купында. Короче, бунда нимендә генә зелень юк инде, теге овощларда, нимәләрдә, кәбистәдә бар, әллә нимендә майдар да бар, төрле-төрле сыр бар, колбасалар бар. Колбасалар, кстати, более то тәмле түгел. Сырлары тәмле, но даже творожный сыр бар. И также вот так фруктылар бар, даже әрсілген маркуф бар. Представляете, мына маркуф я так ура говорю, даже маркуф мой шашар бар. И бына достар, қарағыз, мейсісінде прямо лепешкалар пішіріп сығаралар. Ошай дәмлі ғына матыр ғына лепешкалар. Ана хәдгә египтяне сәләм әйтә. Күрәһегез, менә мендәй мейісі бар. Шуннан лепешкалар пішіріп сығара. Ох, менә мендәй дәмлі ол. Спасибо. И бында сразу мына достар күкейдер жарыптылар. Мына бұл күкей жарыптылсы кеші. Түрлі-түрлі шында помидор қуғаннан хәдгә любой нәйдә табала жарыптып бірі. Мына бұнда табала тұра күрәһегез, әллә күпті таба төбелешкен. Алар жарктелер йомыркалар. Кстати, достар, мына бында үс түрлі тілде ябылған. Рус тілі бар, картофель тілі ябылған. Мына бында картофельға ұшындай бішкен картошка. Шынан соң мына говяжий бекон. Бутерброд какой-то бір, непонятный. Шынан соң мына помидоры с сыром. Мына помидоры с сыром. Вис эсігіне келіш тұралар. Белые бабы, достар. Мына ол сладости. Вот также бар кашала. Кашалар мәле ашап караманым. Бында каша атала рис молоком деп аталады. Смотрите, рисовая каша. Бында кашалар бар. Изюм халырға була кашаларға. Орех халырға була даже. Какой-то мюсли бар, не білмеймін оны, мәтей бұл мюсли. Клубничный йогурттар да бар мына. Шынан соң обычный йогурттар да бар. Желе какой-то бар мына. Тұрау желе, непонятно оны, мәтей енді. И какой-то пудинг. Танахмақты мәләзір ашамайды да, білмейді да бұл. Бұнда білмеймін не мәтейдер, қазір асып қорайық мына. Үсі олары, күрішкілер, әлі мәтей какой-то фалафель, бин, аңгіме екенді білмеймін. Жареный перец, жареный баклажан. Кстати, жареный баклажан, да, мана. Не, ашайдарик, она кассы завтрака. Говяжья колбаса. Мана бында сосискалар и бешкен йомыркалар. Прикиньте. Шунам хаун. Давай. Бында тоже мана жаркалар. Дэмны гиле икмэктэр. Бында тоже изюм, шекер, сахарна пудра. Коймак койлар, коймак. Бында всякий мана, бельмейм, сухой завтрак тебя таламу, немел. Шундай сухой завтрак. Бұнда уже меню күтмей завтрак өтті ұтыралар. Приятна аппетита. Спасибо. Мұна пончики алғандар. Ох, әмін дегені бұл какой-то египетский хикмет тұрта. Күйдіргендер еші хикмеға. Свежі өжіті сок бүрәлер, сырлар, зелен алғандар, сыр алғандар. Шынан құнға қалбаса, сосиска енді. И мұна менің яққа көкейім. Сіпі сыр істеген бақ? Не қойшатты. Бұл египетский хикмақтар. Түрі ұнай енді. Біз ражулай. Алдың тұтынан бақшы проблема қақайты. Ал, күт алмау бұл, жар кені, ғамай ол. Не үш кеп? Күн тәк кеп, үйі тұтай бұл. Ал, тұтай бұл, күтай жар кені тұт алмай ол, күтін ке? Ал, кеп. Тұран не кеп? Ах, қарағат неме дейін сұқты, өже приколенька. Ах. И как тоже слишком воздушный тут так. Были какие-то штаны, не юг уже, прикиньте. Мы придем на танцы живота. Правда? Да, у нас есть живот. Доброе утро. У нас как раз есть живот. Мы будем... Сначала на зарядку размяться, правильно? Не, я без зарядки умею. У меня будет танец живота. Тоже неплохо. А вы откуда? Из Москвы. Из Москвы? А что вы тут делаете? А залез, сними его. Работаю. Из Москвы человек прилетел. А что вы тут делаете-то? Работаю. А? У меня тут друзья работают, поэтому и я тоже. А, да? Меня к себе притянули, да. И что, вам нравится здесь? Вы здесь живете, что ли? Работаю, живу. Да?
Вам нравится туда? Да. И сколько лет так? 23 мне. А, я работаю только третий месяц. А, третий месяц? Мой первый раз. А, и сколько зарплата? Хорошо. Секрет. Секрет? Ну не, ну достаточно. В России зарплата побольше. Да? А что ты тут делаете-то? Ну как, зимую, солнце светит, птички поют. Короче, Гульнар, оказывается, молодые москвичи на подработку приезжают сюда зимовать. Да. Все понятно. Ну ладно. Приходите на зарядку. Ладно, мы на танец живота. На танец живота тоже приходите. На акваэробику в 12 приходите. Да, тоже придем. Но после Нового года здесь делать нечего. Холодно, да? После Нового года вообще сюда не приезжайте, Духтар. Она даже сотрудник отеля. Да. Да. Делать нечего, кимя. Да. До Нового года успеете приедете. И так сейчас нормально вроде, да, проходит. Ну утром капец как голодно вообще. Вчерами тоже холодно. О, вообще капец. Приходите обязательно. Ладно, на танец живота. На танец живота я приду. Ладно. Животы у нас есть. У тебя тоже живот есть. Ты тоже пойдешь. Нет, мы тут давай могу. Хорошего вам. Ага, спасибо вам тоже. Короче, Достар, бегун мин, бачата бин какой-то. Уйдем давай мем, не мекей было бачата, но бачата мини купе. Это мои подружки. Они меня не бачата, бачатаны бейнімді халім бітті өтінді өтін. Мен тәп, сөй, мен халім бітті кеттім, тигәнім өт. Түгі, кімәлі ол инструктор, который не емес, который ұрсайды шәбілә. Сол біл әгін немәді, әйсі зумба бей әгін немештәрін негітті. Представляете ма, мені упрекать етесі? Оши, еңім күді көліп тұр. Чо? Барма көрсәңді еңің күйерді. А? Барма көрсәңді еңің күйерді еңің. Немәді еңің шы? Немәді еңің шы ейтен? Немәді көрсәңді ма? Еңің күйерді. Яқ күйімі. Альберт әйтәйіне барма көрсәңді еңің күйерді. Еші өсе, біз көрділерін ең бұтылқа бей өтіп тұрған. Уфа, ла, чөті қолға енді, ярай, ялдай, әс, немәке, қылыққына. Қарашы, достар, бәдіңдағына келдік әлімінде бір скалаға, анда әлімінде әпәттіке қырам, мұна ұшында автобыздарға тиелі ұтырағыз. Мұна, уфа, ла, қайым шүйт, мен елгетін әлілер. Азалия, ұтырдың, Азалияда, ұтырдың ұсы, ярай. Короче, утром уже на автобусик тарга. Были мы какие-то лайканы. Ну, короче, автобус египетский. Без окон, без дверей. Полна горница людей. Что инди, что я сам вам это раз? Потому что друзья варгарок. Скаларка, да, храмга. Он да гробница была. А, короче, гробница обрала, оказывается, доктор. Куяш не кадра, доктор. Почему-то банда, эвет. Почему-то банда. Сырок мне кажется, чем деньги будут дороже. Тебе так не кажется? Да. Сырок. Еще раз. Ну, южнее. А, южнее. Бля, оказывается, юг тоже вот так, доктор. Мы не думаем, почему это икан. Бля, оказывается, юг та. А деньги будут, оказывается, север. Хойма. Вот, оказывается, в чем дело. Таудар ведь инде вот я на таударды весь тишки лявет кандар курахин на атта весь тишик тошо и жил тишик тошо тар весь шунта гробница лар
всякие такие, там жиры старые, курникли, египтянин дарды, шунда тауга апарып күргендер, алтындары мен бирге, шунда байлыктары мен бирге. И чтобы урламагандар үчүн мына ошо таулардан аны храниткендер деп ойлайм мен. Артында тегене грабаница. Баскаса капец, кодак мангерте. Просто вообще мега прикольное место. Туристар, как всегда, на купился. И на кайфе даже мне башма гора дима алкейвалдам. Ну вообще, прикиньте, такой прямо шикарный, интересный, прямо хатар кызык уруной. Кызыктар да инде египтяниндер сөкөтөй. Эле мындай храмдар дегендер, сфинкс, минкстар дегендер. Ларну. А он да хаман какие-то раскопки. Он да вообще, на Египет полным-полно бетонирда раскопка. Без конца египетской территории, да, раскопка из аптеки бетонирда. Бетонирда. Куда ни копни, везде какой-то храм, везде какая-то гробница. Короче, на Египет уже гробница растена. Ой, гуля, у нас капец какой-то. Вот какой-то бир Хатшепсут. Хатшепсуттын гробница. Вроде шлай, дурс шекілді Хатшепсут. Прикиньте, достар, еще купим энергетик. Ярты, мен дам еще оногым бұқыттым энергетик. Капец просто. Оказывается, достар, мен яулықты яңыз бәдеген. Мына ағай екен. Е, тілфі. Тілфі башына тартып алды, мына яулықты өте. Дабылды әлі. Хәдіп дөріп бәдеген кәжі өртен өте. Прикинте. Абе, абе, сәне, бәрі. Қайтса ода кейін. Бәрі, 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 А, вот так, да? Не фертите! Не фертите! Спасибо! До свидания! Вот! Рахмат, не фертите, доста! Вот! Сразу ахса грана! Ёлах мне, я вам дырла, это! Я мне это, я это, ахса берет, это, прикиньте! Ой, уля, блин, курдык, доста! Даже пушка, ёлах, мне фигасы, сразу ахса грана! Прикиньте, уфа, лакаем. Хабиби. Вот. Сама Клеопатра перед вами. Вообще-то. Короче, достар, мына какой-то бір залға келгендік. Қарағыз, мына опять-таки суреттер түсірілген. Египтянин суреттер түсірген, арқандар походил. Бүтін жерде суреттер. Почти что талдың артығында біз уже находимся. Мына көрәгіз, мына көрінам сізге, жоқ ма? А, шул тау башында храм түзгендер. Илмелу, гробница, гробница. Адыр дальше еніп қарай. Айда, азырле. Мына қара, Роза, мен яулық бай деп жүрді. Еще білемі жұмыс ақса беріп түймейе, прикинь. Вообще капец, блин. Короче, мынау достар, вход в гробницу. Чего себе. А тут можно фотографировать? Достар, она гробница, она да эстерек еще бывает. Она тура охрана, бирмей, тушерега. Был мына егеттер ақса бергендер да, оларға походил телефонға тушерега рұқсат етті. А менің ақса өзім алмаған, сонысын меніңе рұқсат етмәділер тушерега. Вот. А, короче, бұнда бүтін ерді көрет енді шында. Фломастер манда рисовать кендер, краска манда. Ну, у вақыта олар уже бергендер, что такое краска, что такое фломастер. О, даже корректор тоже понял. А, нельзя, да? А, все, 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 было. О, все, спасибо. Ой, блин, оказывается, хуман тут другая ромай, бляха, муха, ежедневная. Ну, короче, круто. Обязательно Турция Булхагат. Ай, нам башен, мы не Турция, типа, говорю, что там уже Египет Булхагат. Обязательно Килькурвев, манау, гробница она. Бакамнын гробница, хапчепсуп, хапчепсуп, тын гробница, Килькурвев. А, құтты сұрды бұлаққа мұқы. Уф, алқайым. Құрды өзімен үшін адамын патшу жүйттілі. Бұлар колонналарын деді ұстар. Әпәттікке
теги, опять-таки, фараондар шында, аяқтары тұрашында, отделен баштары тұрашында, моторинды, короче. Ооо! Куряк дустар бына немінде шикарный вид асыла! Немекей, білмейм, қарашы деген тұтқандар да бітек. И раз бомбик, кәдір бұна штырандар чешек. Мен білмейм, конечно, оны алсақандар мы, юх мы, аның телахын, мумияхын білмейм. Сюда бұнда чешек, и бұнда даже бычоктар накидать кендар. Прикиньте, вообще, ойатсыздар. Шундай памятный культуры, сіне бычки накидать кендар. И не, қолман тұтырға ярамай, кедар. Мен хотела қолман тұтырға ярамай. Представляете ма? О, бұнда мына қарағыз, бұнда өтірге ярамай. Оказывается, мына жолтыға ғанайына гарбница ана, мына басқасы бар. Чоқ-чоқ мен ағында, и шында барып чағын енді гарбница ана. Вот, шулай прикольный вообще место. Вообще прикольно. Тегі крыша ғайок. Гарбницаға ғылшымаған. Ну, бұларда бетін ямур ямай. Бұларға елына бір тап қырған аялады. И то 5 минут қырады. Вот, шулай. Ну, бұна бүтін жерді охрана. Кто я? Куда идти? А, фото нельзя, что ли? А, да? Ой, не ваш. Пока я куратка с халдан тайдем, охранник тардан РДЛ дем курды видим, а лав. Амда ты имега, данда ты имега, так вообще даже гей паргала я ромай прикиньте. Мим бы ты не гей папсу хунук тикюрган представляете мы и РДЛ бы ты нашлай. Обязательно надо килигер экскурсия гадка на лучше это вообще круто. Какие впечатления вызвали гробница Хатшепсут? Что это такое? А, можно? О, короче, тут так. Еще представляете, машинка моя, крыша жанда. Вот такая египетская машинка, бар, без окон, без дверей, полногорница людей. И банда базар опять-таки. Короче, когда она Египта барашка, бутын юрде базар. Мен қарағал, артымда бетінде грабница, и сразу же мынанда базар. Короче, достар, біз қазір опять-таки лодкаға отырдық та, тиелдік та, мына Роберт, Роза, Альберт киттік, неге? Банановый остров, как Нил был. Оказывается, блядь, мы дулдар, что Нилда-то хедер уже крокодилдар не водится. Прикиньте, египтяндар весь крокодилдар на ажабет кандек. И хедер будут сбрасывать нас, туристов. Начнут с розы. Короче, достар, мына қарағыз гид пейдей, мына апельсиновый дерево тепейдей, мына финики тепейдей. Шынан хар көрхетем дей, анауында банандар өкшердей. Шынан үсін, достар, мен хендей айттым бей, келі бір мәгіз, мен сразу баштан оқиыздым, что бында шуты не то. Ул экскурсия тұра, қайфыр кішілер түлеген 15 доллар бір кішіге, а қайфыр түлеген ваше 20 доллар бір кішіге. Ну, лучше алмағыз бұл экскурсияны. Бір қыдығылайық. Бұл ма керек мемей алардың апельсиндарын, ама еміз ағаста өсіп ұтыра апельсин. Ну, что ж ты өсіп ұтырайынан башы? Менің апельсин пятерушкала бар, магнитта бар. Сонан көн шекті мен анауында еміз пальмы башында. Финики. Финики мен тоже базардан алып ашайын. Ну, мен финики немен қая көрем сөйлі, сол шоңда өсіп ұтыра. Көрілмеу башы нефигала. И вообще басырақ бүтін ерде. Қарағы туалеттарын нейдәрін. Дыши, да, фига. Мына. Да. Короче, вообще кошмар мне оқшаманы. А мен неге көрдейм кафеларын. Мына бір какой-то бір кафе ақша ұта вообще. Манга, манга. Манга, аталар. Мына, не? Кафе. Қарағы. Шындай кафе. Ошындай емес, не? Қалақ үстіреле. Ашаталар. Банан ашаталар. Башка бір мәлі жатмайды, кроме банана, банан ғана жатмайды. Зеленый банан и охраняем, знаете, в комнатах, жара и темноты недели. Тогда будет желтый и сладкий. Но смотрите, как очень кислый. Кислый очень. А можно сорвать попробовать?
Ага. Короче, достал, мана ошлай банан усе утра. Бекаси банановая плантация. Мана карага, мана ошо банановая плантация. Вот, банда усе утра местный банан, а был, оказывается, сипсий банан. Бисмилла рахмани рахим, мен бунда бир дум туруп калдым. Надеюсь, меня не арыштырды, бир банан үчүн. Короче, мана яшил бананды таптым. И прямо курагызмы, банановый плантация, мана опять-таки базар. Короче, кайда апармайдар бүтүн жерде. Базар. Мына был банановая плантация. Ашап карайбыз. Не. Какой-то бир айталарында что типа королевский банан. Анда эттер жүрүп атат алар устая. Көрдүңүзбү? Эй, эй каян тиги. Көрүп турган мен. Короче. Фу. Короче, достар, капец. Ашамагыз. Фу. Ошо кызык мына энди. $5 бир кеше ошондо келерсин. Мен кызык түгүл напрямик. Вообще. Чего, не интересно? Банановая плантация. Вообще, обалдеть. Ну, прям. Я так подумал. Вокруг ехать. Беларусь. Беларусь? Ничего себе. Так далеко? Сколько часов добираться? 13. Без персонажа. А, вот достар, мына Беларусь достар, сизге кайнар салам айтылат. 13 саат келгендер, представляете ма? Привет передайте моим подписчикам. Всем привет. Всем привет. Ну надо говорить из Беларуси. Мы из Беларуси. Привет из Беларуси. Во, во. Спасибо большое. Хорошо, без меня банан бар. Обезьяндар, йок, обезьяндар, походу, дело без. Ой, тогда надо куркнуть. Вообще, сыгыр керек мына. Короче, келберим, ой, мамочки. Не то, что я буду. Короче, достар, келбир мага нафиг. Был экскурсия. Вообще не интересно. Абсолютно. Просто так ахса штанлер алар. Египетта бахыр ишектерді капец нық эксплуатировать. Күні түні. Мен даже көрдім бахырдарды өте прям нұғытып тұрып шай тұқмайдар. Ишлеталер. Ошайты күйтіп немәті ейдерді өте груз. И шулардан ташыт тұралар бахыр ишектерден. Прикиньте, мына карагы мисе ябыгы бүткен бахырган. И бахырган, аппақ кына мына матур кына ише. Күрәгән ул какой грустный вообще. Конечно, ул грустный. Ул бит инде грузчик урынына бахыргана. Здравствуйте. Зубов крокодил, ребята, 77. Это кушать 3 раза в неделю окунь, раз курица и 3 дня без ничего. А если знаете, его... много-много кушать, тогда умрете через мало времени. А что вы его бедро в клетку посадили последнего вашего нинского крокодила? Да, много есть со сонском блатинами, вам рассказал. Достар, тот хандарда бахыр, бір-бір тук нилда тұрып қалған крокодил, шуны алғандарда бахырды, и представляете, мы клетка қойып қоғанда, и туристарға көрсетелер. Ну, как последнего динозавра көрсетелер, был как последнего крокодильчика. Прикиньте, вообще, ну как так можно бахыр? Конечно, хадраларда это нилда это вообще крокодилдар ёк бетинде. Ол һәр как музейный экспонат. Да, достар. Кара крокодил. Ой, тири что ли бахыр гына? Ой, тириге оксамаган. Тири. Бирге әзерләгәндәр бунда столиктар, туристларга имеш бунда үткән бешкән банандарды ашап карагыз дип. Мына шундый матур гына. Столиктар. Ну что, вкусно, да? Ну, туристларга оксай булар. А бу нема инде? Манго. Короче, мына бірінші тапқан манго ашып қараймын. Оказывается, еще мында манго өстірелер. Манго өстірелер. Ай. Мынаға ашып сөйтір. Какой-то странный. Тыкваға ұшыған и дыняға. Ой, как будто дыня на тыкваны с крышектами. Мандаринчики. Алсик, погадаю. Мандариндар бешит маған. Хуяга кубышев.